Как правильно пить молоко, это нужно обязательно знать детям от 0 лет. Потому что наши дети неправильно пьют молоко. А я знаю секрет, как пить молоко, потому что я никому никогда не говорил про свой секрет, как пить молоко. И обязательно, дети, посмотрите этот фильм, и вы будете пить молоко правильно. Получается как? Ваша мама, а у меня есть жена. Жена покупает молоко, молоко такое хорошее, жирное, у фермера. И бутылку она несет в холодильник, ставит это молоко в бутылке, отстаивается, и жир поднимается кверху. Я открываю этот холодильник, вижу бутылку полную. Ее вот таким вот образом вытаскиваю, пока никого нет. И вот смотрите, про молоко. Вот здесь есть жир. Открываю крышку. Этот жир очень вреден для моей жены, а также для моих детей. И вот этот жир очень вредный. И то, что вредное, я сейчас буду пить. Очень люблю вот это вот жирное, нехорошее для моей жены выпивать. А как пить? Начинаю наклонять. Вот смотрите, весь жир уходит туда. И начинаю пить не жир, вот этот, а вот это молоко обезжиренное, что и нужно для моей жене. То есть я хорошо пью, а жир опять остается. Но чтобы выпить вот этот жир, я давлю в нижнюю часть. Весь жир поднимается, и если я начну пить, то давлю только пальцами на бутылку. И все жирное начинает подниматься, и я, как бы вам сказать, чувствую, как это все поднимается, и я это пью прям жирное. И создаю таким вот образом, выпивая этот жир, создаю в этой бутылке, чтобы молоко было полезное для моих детей и для моей жены. Вот таким вот образом я пью молоко. И никогда не наклоняйте бутылку, чтобы весь жир ушел туда. Вы тогда будете пить таким образом вот это обезжиренное молоко. Вот, дети, я вам что рассказал, как пить молоко. И никому не рассказывайте, особенно своим мамам. Вот я закрою эту бутылочку. Жена стоит рядом и узнала мой секрет. А вы своим мамам не говорите про мой секрет, что увидели, как вы правильно пьете молоко.